другие факты, коррупционные схемы, и именно хищение здесь материальных средств, завышение операционных затрат и так далее. Но самое еще раз подтвердили о серьезных экологических нарушениях. Вода намного важнее, чем золото. Это будущее наших потомков, это будущее этой страны, республики, это будущее планеты. На самом деле вода, это ледники, это самый важный, надежный источник питьевой воды. Именно по этой причине мы решили перейти к подземной добыче. Вот. Стратегически это очень важно. У нас под землей достаточно большие ресурсы, резервы золота.